Собрали вчера бассейн. Сегодня набираю в него воду. Тут немножко листики, мусор нападал, но это ничего страшного. Подключу насос, потом все почистится. Закину еще таблетки новые. Купила, еще не кидала. Говорят, они мусор собирают в один комок. Потом его можно будет просто вытащить комком и выкинуть. И вот хочу проверить. Поэтому пока мусор не собираю. Сегодня ветер, как назло, поднялся. Много листьев налетело. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока вот. Ну и вот еще не выпрямился бассейн. Еще вот так. Еще когда наберется полный, тогда он его выдавит и выпрямится. Должен. И с этой стороны также. Вот. Потом покажу, что получилось. Вот насос стоит. И нужно будет его еще помыть. Немножко грязный. Здесь вот тропинка, вот здесь беседка, справа у меня огурцы растут. Вот привезли камни, здесь будем площадку заливать, вот как там стоит, где стол. Вот будет тоже бетонная площадка. Вот, а сейчас начала красить грядочку. Вот здесь муж сколотил около винограда, посадила здесь цветы, посеяла бархатцы. И еще какие-то, не помню. Посмотрю, потом скажу. А, сейчас скажу. Бумажечка здесь. А, тоже бархатцы. Нет, еще другая была бумажечка. Вот, сейчас буду красить вот такой зеленый цвет доску. И потом сюда к ней прикручу заборчик. Чтобы было красиво. Потом покажу, когда доделаю. Вот площадка. Вот. Бетонно. Вот огород. Вот крашу заборчик. Пока крашу, моя кися тут кайфует, отдыхает на травке, разлеглась. Хочу в этом месте газон посадить, чтобы красиво было. Вообще хочу вокруг газон посадить, чтобы лишняя трава не росла. Вот так вот мы нежимся. Вот так вот нам хорошо. Вот такая киска у меня тут. У меня тут еще 3 штуки бегает. Ну вот это все время рядом. А те сами по себе. То туда побежали, то сюда прибежали. У меня еще ежики тут ходят. Ночью прибегают кушать. Вот, так что они мне тут с кошками вместе кушают. Ну вот, пойду красить дальше. Тут надо чуть-чуть зачистить. Чтобы ровно ложилась краска, тут шелушится. Вот думаю, здесь теперь, наверное, скажу мужу, пусть забьет, а то некрасиво будет, неровное. Ну вот, сделали мы заборчик, прикрутили. Вот так он выглядит. Сейчас его со стороны покажу. Вот так. Тут просто старый и новый. Поэтому он один поярче, другой потусклее. Ну, на солнышке сейчас за пару дней выгорит. Будет одинаковый. Ну вот, наконец-то доделали заборчик.